Так, это отряд под командованием наемника Эрзи нашли какое-то строение на болотах. Движемся туда, будем работать вдвоем с наемником Самсоном. Все, подвинули. Давай тихонечко. Надо найти вход. Давай по кругу. Зря мы, наверное, ГП шили. Давай левее возьмем, так вот с этого зайдем. Господи, с севера зайдем более-менее. Да, я вижу. Ну, примерно как у ученых, наверное. Смотри сразу, вышки, не вышки, что за. Вижу сейчас. Подожди, по карте сверюсь. Я не понимаю, где мы находимся. Но я примерно понимаю, где мы находимся, но я точно. Так, эта вышка большая, огромная, да? Еще ниже есть маленькая вышка зеленая. Или что это? При подходе, если что-то хочешь сказать, пиши на КПК. Ты хочешь зайти к ним? Я хочу обойти их периметр. Сейчас, если что, только говори, и только шепотом, не по рации, потому что рация будет слишком далеко слышна, или отходи подальше от забора. Маленько подальше от забора держусь. Шаги не так слышно было. Тут ящик, проверяю ящик. Тут выхлоп. Сейчас скажу, токсический. Брать что-то с собой надо, все забираем в СС. Выхлоп. Я не знаю.
решай. Да, конечно, забираем. СП, тут есть, короче, 7,62 магазина, и можешь затариться СП-6 если уже. У меня 72 на этот 103. Вот 7,62 тут есть под магазины. Можешь 7,62 на 39, можешь затариться. Тут халявные магазины. Там, по-моему, торгаш. Наверху еще ящик. Чё тут за палка? Не могу пройти. Попробуй перепрыгнуть. Пустая фляга. Нет, спасибо, откажусь. Короче, давай, Тарси, я жду тебя. Так, я вижу тут какой-то мини-бункер. За территорией площадки, и территория вся чистая. Со второго этажа. Укреп сильный. Попробуй познать на карте и поставить метку в наш канал. В КПК. Как я тебя найду, это место сейчас? Ну, по карте примерно. Ладно, прикрой, попробую ее найти. Давай быстрее. Если я кого-нибудь увижу, я его расстреляю нафиг. Я не понимаю, где мы находимся. Ну тут дорога рядом. Ты, не знаю, от бункера мы левее, нет? Ну, типа, я понимаю, что левее. Насколько мы прошли от бункера километров? Ну, блин, километров не знаю. Мы же слева шли, в основном. Правильно? И должна быть Да. дорога. Где дорога, я там метки поставил, там ничего не нашел. Ну-ка, сейчас. Я вообще ни разу не... Нет, где-то есть, слышишь, где-то метка есть, наверное. Прикрой, выбегаю. Ты чё так пугаешь? Ё-моё, ты... Я уже хотел стрелять, но ты дурак. В доме каком-то. Давай по дороге. Все, я знаю, где это место. Теперь интересно, чье это место? Пошли. Будем еще там пробовать на башню подняться и там исследовать. Я выхлоп забрал и СП-6 себе зарядил. Ты думаешь, мы на вышку можем попасть? Сейчас будем пробовать. А торговец что-нибудь тебе сказал? Молчит. Скотина. Писать ему. Слышь ты. У них тут АКМ продается, вепрь. Тебе нужны какие-то медикаменты? Можешь быстренько закупиться. Пистолет ПБ, офигеть. Не, мне ничего не хотят.
в принципе, я закупился. Все, я куплю ПБ себе еще. Нормально. Какие патроны на ПП? Первые самые. 9-18. Ну, так точно. Я тоже купил. Ну чё? Ты давай, ты затарился, вон, видишь, ящик лежит, в нем дофига всего, попробуй затариться с него. Это ты бегаешь? Да-да-да, сейчас я пока хочу выключить везде эти, погасить. Стараемся быть незамеченными, остаться незамеченными. Что за балка такая? Ну я... Все, пошли. Засал? Взял снайпер. Короче, еще там, ну, ДМС-ки 3 и сошки там, РЦО. Короче... Отходим. Что это такое? Так, все, я завершаю съемку. Так тактично отступаю.